видео номер два. Все тот же день. 3 минуты спустя или 5 минут спустя нам принесли счет. Зря мы хохотали вообще. Да, зря. На чуваком с татуировкой официантом. Он нам выставил счет за 4 пива. Значит, пиво, друзья, внимание. 10.50. Вот это пиво. Один бокал 10.50. Мы в шоке были то, что вчера, когда пошли ужинать, пиво стоило 7 евро. Сейчас мы перешли на новый уровень. Пиво за 10 евро 50 центов. Один бокал. Вот такой. Мне кажется, мы на этом не остановимся. Нет. У меня даже принципиальный интерес. Мы сейчас поедем в Лувр, может быть, в Лувре еще. 20 евро за 0,250 стаканчик. Воды. Воды. Это кирдык. Официант, кстати, сказал после счета: добро пожаловать в Париж. Да, ребята, да. Ждем вас в Париже. На этом самом же месте. Пароль жабьи лапки.